Значит, Россия – это верующая страна. У нас более 90% населения причисляет себя к той или иной религии. Православные, мусульмане, буддисты, люди других религий. И вот, а религия, она, конечно, является хранительницей традиционных ценностей. Ценностей семьи, ценностей материнства, ценностей нравственности, морали и так далее. И вот, представляете, такому обществу навязываются другие моральные принципы, навязываются другие стандарты. И, конечно, общество требует защиты своих интересов, защиты своих ценностей. И эти законы, они берутся не с пустого места. Это и есть реакция на то, чтобы защитить традиционные российские ценности. Ценности семьи, ценности брака, ценности рода, ценности морали. Это реакция вот на такую попытку изменить уклад жизни целого народа. И что бы там кто ни говорил, но 90% жителей России, а даже 99%, такие законы поддерживают. Гомосексуалисты, они были и в Советском Союзе, и до Советского Союза, и есть в новое время. Но то, насколько это явно и открыто предлагается обществу, именно это вызывает протест, негатив, именно это вызывает реакцию законодателей, которые не могут не отвечать на вызовы времени, которые не могут не быть нужными гражданам своей страны, которые хотят за счет этого закона, конечно же, поднять собственный рейтинг.